прямые включения и комментарии экспертов. Новости из регионов и социальные проблемы. Главные события Крыма в наших блоках новостей. Не пропустите каждый день в 19.30 и 21.30. Самые интересные события недели мы соберем для вас в итоговых выпусках новостей на крымско-татарском языке каждую субботу в 19.30. Не пропустите программу «Хабирлер. Неделя» на русском языке каждое воскресенье ровно в 19.30 на телеканале «Миллет».